Добрый день, друзья! Сегодня предпоследний день октября, 30 октября 2023 год. Норильск, за бортом минус 20, ветра пока не ощущаю. Вот, понедельник, начало новой трудовой недели. Фу, как обычно, планов много. Вчера снова готовил рыбу северную по такому простому рецепту. Вот. Вкусная штука, это все-таки северная рыба с использованием специй и уксуса, масла. Вот. Легкий морозец. Вчера хорошо отметили день автомобилиста. Много было сообщений от ребят, кто профессионально занимается перевозками, вождением, работает на разной техники. Вот. Несколько знаю организаций, особенно вот с кем работал на Йорде. ТК «Авангаж». Там очень много ребят, механиков, водителей, руководителей. Ткачев Сергей Евгеньевич, сын его Антон Сергеевич, Алексей, Игорь. В общем, ребята молодцы, работали. И у нас, конечно, много ребят, которых можно и нужно поздравлять. Праздник отшумел, началась рабочий будни. Вот, смотрим, как сложится на этой неделе. Будет первая трудовая неделя нашего нового главы силикатного. Вот. Так что у всех в этой неделе начнется что-то новое. Вот. У меня младший сын решил изучать английский более углубленно. И решил, значит, будет изучать. Поможем. Что для этого нужно? Сделаем. Интересно у него направление деятельности. Программирование. Математический анализ. А сейчас еще вот решил изучить английский. Наверное, все это в совокупности тех мероприятий, которые он готовит себя. Профессии связаны все-таки с обеспечением программ различных писать для разных клиентов и пользователей. Мне кажется, с него получится неплохой IP-специалист. О, IP-технологии. Вот. Так. Ну что хочу сказать, всем хорошего дня, настроения, хорошей трудовой недели. Спасибо за ваши лайки. Вчера кто-то написал из Бразилии, пришлось переводить с испанского на русский. Вот, в ответочку тоже написал, хотя думаю, что перевод будет, наверное, с использованием там грамматических оборотов и всего остального не совсем корректные, но мы рады, и я рад тому, что смотрите. Если вам нравится, ставите лайки, и будем продолжать рассказывать про жизнь буксовиков на севере, пока это город Норильск, возможно, будут и другие города.